помощь пришла модульную котельную и обогреватели. Для жителей Командор, чьи квартиры остались без отопления в результате пожара, на котельной доставили к берегам села Никольского на Камчатке. Судно «Калас» морской спасательной службы встало на рейд у острова Беринга накануне вечером. На его борту сотрудники МЧС, специалисты ЖКХ и энергетики. Модульную котельную и электрические конвекторы уже переместили на судно меньшего размера, так как технические особенности порта в Никольском не позволяют пришвартовываться большим судам. Сегодня начнется выгрузка котельной на берег. Ее установку для подачи тепла в дома должны закончить к концу недели. Такое поручение дал глава региона Владимир Солодов. Мы все стараемся делать для того, чтобы быстренько выгрузить эту модульную котельную. Сейчас планируем установить, где разместить эту модульную котельную. Напомним, пожар в одной из двух котельных в Никольском произошел 24 января. В округе был объявлен режим ЧС. Без центрального отопления остались 5 домов. В них проживают 123 человека, среди которых 31 ребенок. Информационное агентство «Камчатка».